Машина Романа. Ну как? Как четыре тумянки? Тут все докомплектуем. Не переживайте. Если все будет хорошо, то если все сейчас получится, то сейчас поедем на обкатку. Уже остальные машины не будем ждать. Поедем ни одной. Если все будет хорошо, как минимум надо доехать до Малыша. А может и дальше. Это КамАЗ же опять 115, в котором 360 лошадей. 360, друзья. Пятнашка, 360 лошадей. Коробка ZF9. Специальный, индивидуальный КамАЗ для Романа. Который сам говорит, что я, говорит, клиент сложный. Да, Роман? Так. Здесь неделя будет отпуска. Сейчас определимся, когда приехать Роману из Ставрополя. И принимайте проверять свой КамАЗ, который, на котором будет ездить сам. Не будут садиться водителя, а именно сам.